Авария произошла в вечерний час пик. Все случилось так быстро, что некоторые участники этого ДТП даже не успели понять, что именно случилось. Так, например, водитель Kia, который сворачивал на Вахитова, успел заметить лишь потерявший управление Opel и тут же ощутил сильный удар. Получается, машина одна стукнулась в эту, а вот эту машину, я так понял, по инерции на нас откинула и потом ударила вот нам в бок, получается. Оказалось, что Opel потерял управление, когда в него на полном ходу врезалась Mazda. Секунды позже японская иномарка таранит стоявший на светофоре КамАЗ. Мужчина, управлявший многотонником, рассказал, что именно Mazda, которая двигалась со стороны центра, выехала на красный. Она оттуда ехала, Астра шла оттуда. Удар был вот где-то примерно вот здесь. Получается, Астра развернула, вот так удар был, Астра развернула, а так как шла, ну, траекторию сдала и Астра в эту сторону. И вот накатилась меня. Невольным участником аварии стал автомобиль Renault. В результате удара первых двух машин одна из них лишилась деталей, которая в итоге не отлетела на французский автомобиль. То есть тут джип стоит, я сзади нее, я не вижу, просто вот Mazda вылетает в него, и все, я думаю, ну все, короче. Надо как-то объезжать, столько хотел первую передачу трогать, и тут на меня, короче, эта пружина сверху. Некоторые очевидцы уверены, что причиной большинства аварий на данном участке является отчасти расположение светофоров. На улице Декабристов они стоят на одной линии. Так зеленый свет дальнего из них можно ошибочно принять за свой. Мне кажется, даже сейчас мы можем наблюдать то, что вот машины стоят, загорается вот здесь зеленый сигнал светофора, те инстинктивно начинают трогаться. Похоже, что люди в этой аварии не пострадали лишь по счастливой случайности. Виновника ДТП, а также полную картину произошедшего помогут выявить записи камер видеонаблюдения. Искандер Толбаев, Александр Царегородцев, Эфир 24.